Буквально несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил шокирующую новость из полицейского участка города Москвы. Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который уже третий день находится под стражей по делу о трагической смерти Юрия Шатунова, имел сегодня встречу с его супругой Светланой. Правда, ничем хорошим для продюсера это общение не закончилось. Андрей Разин, который несколько недель назад приехал в Россию, два дня назад был задержан на одном из железнодорожных вокзалов города Москвы. Причина ареста – неопровержимые доказательства, что музыкальный продюсер мог быть причастен к смерти Юрия Шатунова. В полицейский участок также была вызвана супруга Шатунова Светлана для встречи с продюсером Андреем Разиным. Женщина была в импульсивном настроении и прямо на глазах у полицейских влепила пощечину Андрею Разину и предъявила новые доказательства его вины. Стали известны подробности шокирующего события. Несколько дней назад Андрей Разин был арестован московской полицией в связи с новыми обстоятельствами в деле о трагической смерти Юрия Шатунова. В телефоне музыкального продюсера была обнаружена переписка между Андреем Разином и Юрием Васильевичем. Разин угрожал Шатунову и требовал, чтобы он прекратил концерты по России. Также стало известно, что еще полгода назад Разин стал готовить замену Юрию Васильевичу в качестве американского певца российского происхождения. По всей вероятности, продюсеру была выгодна смерть Юрия Шатунова, так как его место сразу бы занял американский певец. Однако Светлана, которая сегодня появилась в полицейском участке города Москвы, предъявила новые доказательства по делу о смерти ее супруга. Женщина заявила, что в течение последнего года музыкальный продюсер буквально не давал покоя ее супругу. Также Светлана предъявила компрометирующие документы, исходя из которых становится ясно, что 5 концертов Юрия Шатунова в 2022 году были отменены по вине Андрея Разина. На данный момент музыкальный продюсер группы «Ласковый май» находится в полицейском участке и ожидает очной встречи с 4 бизнесменами, которые были с Юрием Шатуновым накануне смерти. Очная ставка определит дальнейшую судьбу музыкального продюсера группы «Ласковый май».